Всем здравствуйте! Сегодня хочу поделиться своим опытом по высадке семян на рассаду. Берем туалетную бумагу, это двухслойная туалетная бумага, и ее разрезаем на те части, сколько нам необходимо семян посадить. С расчета на 10 семян где-то надо брать 12-14 сантиметров туалетной бумаги в два слоя, если она двухслойная. Если однослойная, то три слоя не меньше. И делаем вот такие сверточки. Этим способом можно сеять на рассаду любые овощные культуры. Это не значит, что это опоздалый срок. Для своих нужд семена овощных культур давно уже посеяны. Перец и все, что необходимо, оно давно уже проросло, и все оно растет. Это видео я снимаю, чтобы поделиться своим опытом для начинающих огородников. И вот, когда мы вот так разложили семена, сверху берем на расстоянии где-то около сантиметра, и друг от друга не чаще, как через сантиметр. И завораживаем их в такую трубочку. Это двухслойная, и два слоя, соответственно, туалетной бумаги взял. И завораживаем их в такую трубочку. Так берем мы и заворачиваем их. Вот так завернули трубочку. Вот получилась у нас такая трубочка. Берем воду. Здесь у меня где-то около 2 сантиметров налито ее. И в эту воду теперь помешаем. Сбрызгивать водой не надо. Туалетная бумага, она свойство имеет поглощать влагу. И ставим эти наши свертки с семенами прямо в воду. Поставили так воду. Нумерация здесь есть. Накрываем целлофановым пакетом все это дело. И ставим в теплое место, где температура больше 22 градусов. 24 желательно, 27 градусов, чтобы было тепло. Мы будем наблюдать за этими семенами. И когда прорастут наши сеянцы высотой до 5 сантиметров, тогда можно будет их снять с этих свертков и рассаживать в отдельные стаканчики. Вот таким небольшим секретом поделился я с вами. Надеюсь, это видео будет полезным. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха. До свидания.